Всем привет, ребята. Приехал сегодня в Тавричанку. На глубину машины носятся уже вовсю, говорим, на глубине. Здесь вот трещина одна, вон там вторая трещина. Короче, перепрыгнул нормально. Уже забурился там. Лунки забурил, еще пока не кормил ник. Буду рыбачить на комбайны. На вагу будем ловить, ребят, сегодня. Может, зубарик попадется. Взял картошечки, сейчас подкормим. Глубину пока не знаю, какая здесь. Там блесна, все в телеграм-канал скину. Все туда. Погодка вроде такая, ничего. Но ветерок. Ветерок такой хороший. Вот руки вообще замерзли. Залез погреться. Сейчас погреюсь минутки две. Закормлюсь. Комбайны настроены. Вон там вроде мужичок вытащил. Вот так сидят. Пока сидят. Ладно, ребят, пойду закормлюсь. Картошки взял немного, 8 штучек. Сейчас по одной закормлюсь в лунку. Потом попозже, может, сразу по две. Так что у нас время до обеда. Посмотрим, что. Ну, вроде по отчетикам там на вагу ловят, как бы нормально рыбаки. Еще горячая. Горячая. Ух. Так. Отлив вроде как. С Димой поменялся. Дал ему кормушку побольше. Эту поменьше он мне дал. Но она полегче что-то. Глубина хорошая. Так, все на дне. Опа. Картошечка наша вышла с кормушечки. Ну, вот таким макаром, ребят, все лунки. О чем надо двигаться. На квадрике вообще, по-моему, нормально. Мужики тоже здесь забурились. Сейчас буду блесну опускать. Вот такие, ребят, коброчки. Зеленая, красная, белая. Тут разные. Я одну взял с зеленой ниткой. А на том комбайне с оранжевой. Посмотрим, какой эффект будет. Леска 0,16. Флюорокарбон 70 сантиметров поводки. Красненькую, ну, сюда вот лучку закинем. Блин, опять перекрутилась. Здесь вот такая вот ниточка оранжевая, морковного цвета. Здесь стоял мужичок, тоже на червя пробовал. И уехали, посидели полчасика. Я что и не стал буллер закидывать. Ну, он, ребята, три штучки выхватил. Такая сковородочная. И тишина. Ну, подходик вот был. Два раза царапнуло. Сорвалось.
Ну, три раза вытащил. Пока тишина. Ух ты! О, ребятки. Ниточку морковную. Тут уже вторая на ниточку. На морковную. Нитку сожрала. Нитку, ребят, съедает. Сейчас попробую еще на другие блесенки. Повешу ниточек. Это низ серебро, вверх зеленка у меня. Полного цвета. На нее будет тоже ловиться. Еще сделаю. Так вот. Оп. Здесь желтый низ, белый верх. Не видно нифига. Вот это хорошо прям налезло. Вот, ребята, только ниточку повешал, малашку вытащил. Сейчас надо на другие блесенки повешать. Тоже оранжевую. Морковочку. Ребят, на зеленую нитку клюнула, неужели? Нитку сожрала еще у меня, блин. А нет, не сожрала. Ниточка на месте. Решил я все-таки пробурить луночку, буллер поставить. Один. Не знаю пока еще какой, красный или зеленый. Наверное, скорее всего, красный сперва. Вот такой нашел красненький, семерочка. Легенький, правда. Ничего, нормально. Червей уже, блин, полудохлый. Так, сюда еще одного. Посмотрим, как будет у нас ловиться на буллера. Там у меня еще зеленый есть. И мормышка еще красная. Там
комбайны что-то совсем плоховастенько. Надо кататься. На бубых лод. Вообще нормально было бы. Искать надо рыбу. Глубина, ребят, не говорил, 7 метров. Сейчас вот мерю. 7 метров глубина. Так, да, поставим. Посмотрим. Блин, прям под лункой, прям видел ее. Блин, хорошая такая навага. Зараза. Прям под лункой сошла. Бывает. Это поклевочка. Ну чё? Подбежал. Испугалась камера. Активная какая-то навага. Подошла, понюхала и убежала. Ребята, проехал, короче, всю Тавричанку. Вот сопка Федоровская. Вон оттуда я приехал, проехал здесь все. Народ сидит, спит, короче, и курит. Вообще голяк полный. Одни собираются, уезжают куда-то, другие, блин, приезжают. А я вот проехался, постоял, там постоял, посмотрел, там посмотрел. Вообще голяк полный. Лежат там самураи там у некоторых. Да. Хотел сюда, думаю, сюда поехать, селедка. А тут вообще никого нет. Тут даже вот народ сидит вообще тоже колом. Ой, короче, не знаю. Вот такой вот итог я там поймал, сколько там штучек 10. На жареху. Короче, поеду, наверное, домой. Что толку тут сидеть, морозиться? Время уже 12 час. Нечего тут, наверное, делать. Блин, и как назло, вот опарыши хотел купить. Чтобы можно было проехать вон прямо на Почехезу, там за эту за сопку. Там постоять пару часиков. Хоть корюшки этой писуче половить. Ну да ладно, он тоже уезжает. Говорю, народ, он катается. Сидят колом. Ладно, ребят, не знаю, что там ролик получится, какой коротенький, нет. Ладно, всем пока, ребят. Увидимся. Кстати, с Новым годом. Ничего себе, чуть не забыл поздравить всех. Ладно, ребят, все, всем пока. Увидимся на рыбалочке.